Здравствуйте, уважаемые фанаты Мегабола. Джефф Харди приветствует вас на очередном матче уже 14-го тура, предпоследнего тура. Осталось совсем немного до главных событий этого сезона. Сезон у нас с вами получается уже невероятным, весьма интересным, интригующим. То ли еще будет в плей-офф, это на самом деле, конечно, большое дело. Плей-офф это то, ради чего мы играли весь этот сезон, и за плей-офф продолжают бороться, и в частности две команды, которые на поле сейчас находятся, вот они тоже за плей-офф борются, и очень активно, это Альянс и Чикаго Буллс, Альянс сейчас на восьмой строчке, делит он ее с Вектором, Чикаго Буллс 18 очков, на одно очко отстает от Вектора с Альянсом, так что можно с уверенностью говорить. Если сегодня победит Альянс, то Чикаго Буллс лишится всяких шансов окончательных на то, чтобы... Э, на то, чтобы... Выйти в плей-офф. Ну так-то. Все очень серьезно. Более чем серьезно. давайте к составам. Чикаго Буллс, которые уже повели в этом матче. Прайс. Зев Чикаго Булл. Ух ты, Зевс Анаконда Булл, да? Э, хороший сейчас момент был. Э, Альянс, это Гусик, это Ройс Бурлик, это Крейзи Анджел. И уже повели 1-0 Чикаго. Чикаго понимает, что для них сегодня поражение, ну, это вот все, это конец сезона. В принципе, команде уже бороться, если сегодня они проиграют особо и не за что. В последнем туре игра у Чикаго Булс, насколько я помню, с Тузами, у Альянса с Дэвилс. Да, но для кого-то последний тур будет очень веселым, а для кого-то не очень. Чикаго пытаются пробить ближние, не получается. Прайс выигрывает борьбу у Бурлика, Боу. Не очень все хорошо тут получилось. Но Прайс весьма осторожен. Прайс осторожен. Ох, какая передача. Некому было на нее откликнуться. Но все же так и до ворот мяч мог долететь. На самом деле. Зевс. Зевс. Крейзи Энджел. Крейзи Энджела давно мы, кстати, на поле не видели уже. В составе Альянса. Но вот он вроде как решил вернуться на решающие для команды матча. Альянс замечательно начал этот чемпионат. Наверное, во многом благодаря этому команда все еще борется за плей-офф. Ну и в какой-то момент, знаете, в Альянс уже никто особо не верил. И я в том числе. По качеству игры они сильно уступали соперникам. Но вот сейчас все шансы на плей-офф они имеют. Это стоит отметить. Крейзи Энджел от борта поднялся. И Зевс! Зевс прошел Крейзи а покрал Крейзи Энджела и пробил в ближний угол. Да, да, теперь прессинг это очень серьезная штука, и теперь реально нужно очень бояться борьбы. Очень нужно бояться соперника, который на тебя летит, потому что мяч он отобрать, ну вот, сможет наверняка. Конда булс выдает на Зевса. Зевс 3-0 делает что-то же в этом матче. 3-0. Неужели Чикаго Буллс в этом сезоне, в дебютном сезоне? Он для всех дебютный на самом деле. Но Чикаго не такая ста... Ох, ты, Виллиан появился на поле внезапно. Ой-ой-ой. Ну, как, ТП, не знаю, слушайте. Четыре игрока на поле одновременно было. Другое дело то, что, ну, Виллиан особо никому не помешал. Да, Но это, конечно, наказуемо. Оу, Крейзи Энджел из опоры. Сумасшедший удар по воротам. 3-1 уже счет. Но давайте Виллиану желтую карточку выдадим, да. Желтую давайте ему дадим за то, что он вот так вот неаккуратно выходит на поле. Бурлика убрали. Зевс идет по борту. Идет хорошо, обогнал Крейзи Энджела, но не до конца там получилось поворотом пробить, вернее, совсем не получилось. Плюс 2, пока это комфортное преимущество, но времени еще очень-очень много на то, чтобы много чего можно было на поле сделать. Вряд ли уже Альянс рассчитывает на то, чтобы занять седьмую строчку, да, ну вот это сейчас вряд ли, наверное, такое произойдет. Хотя это вполне возможно, да? Между седьмым и восьмым местом, хотя нет, 4 очка, и все-таки, наверное, я свои слова возьму обратно. Это практически невозможно сейчас, да. Так что место всего одно осталось для Вектора, Альянса и Чикаго Буллс, только одна команда пройдет. Ну, антибас там где-то, но с наименьшими шансами. Ой, хороший пас Энджела, Гусик, 2-3. Таков уже счет. Крюзи реально получаются весьма неплохие передачи, весьма неплохо пространство ему освобождают более-менее. Игроки Альянс стараются. Ну и Энджел, Энджел, нельзя его не отметить. То, что его передачи идут в расход с соперниками. Зевс на дальней штанге попытался замкнуть пас, не, не вышло. Продавка в ближний угол тоже не проходит. Прайс очень осторожно разворачивается. Прайс тоже очень аккуратен, но это не помогает команде. Всего один гол преимущества остался от 3-0 в пользу Чикаго Буллс. А жаль, жаль, здесь продавка, хорошая продавка. На дальней штанге Гусика не было, но мяч быстро пролетел, его в этом обвинять не стоит. Вилли весьма неплохо поборолся. Прайс, Булл, на Кондан, Ну как-то мешка. ну вот ворота бы пробить. И... Нет, не выходит. Прайса, Поднял от борта, дал в борт, гусик, против Прайса и 3-2 после первого тайма. На, во второй тайм мы. Во. во втором тайме мы с вами станем, наверное, свидетелями накалы, интриги. Так, давайте смотреть за вторым таймом и. Ничего себе. Альянс сходу пошел в атаку и уже счет 3-3. Камбэк. Неплохой камбэк от Альянса. Неплохо так Чикаго Булс расслабились после того, как забили трешку и начали пропускать совсем. Порой даже глупые мячи. Но вот теперь все и с нуля начинается. Еще 4,5 минуты играть. И здесь вот Чикаго. Чикаго моменты вроде создает, но им не везет уже. Видимо, все везение свое они в начале этого матча растратили. Потому что эпизоды были неплохие. Но забить не получалось. Энджел. Попытка по центру пробить. На булл. Дальше идет. Энджел. Четкий гол положил в свой ворот. Супер топский гол. Такой в чужие, если захочешь, не положишь. 4-3 в пользу Чикаго. Чикаго возвращают себе преимущество. Плюс один гол. ну это, разумеется, уже не те три. Прайс. Прайс Виллиан. Как-то он слишком сильно отдал назад на Энджела. Энджел поднял. Очень все осторожно он делает. Аккуратно. Молодец. Но если не брать некоторые моменты в этом поединке в расчет. Гусик. Гусик хорошо прошел в борт. Попытается отдать в центр. Отдал. И что произошло сейчас с Анакондой, я не понимаю. Явно это был его мяч. Мяч, который катился безумно медленно. 4-4, очередная ошибка. Просто ошибка в позиционном дефе. Ой, как красиво получилось. Увели она с гусиком. Единственное, чего не хватило. Удара по воротам, да. Как-то вот... До этого не дошло. Гусик в прессинге на Прайса. Прайс как неловко действует, а. Была возможность выбить, но он как-то себя неправильно повел в этом эпизоде. Ну, ш, ну, выбил бы просто вниз, и у него была возможность такая. И счет уже... Какой счет там? <с Spencer> так, у нас... Наверное, э... Наверное, счет 5-4 в пользу Альянса. Насколько я умею считать. Не очень хорошо, но этого достаточно. Альянс продолжает атаковать, и теперь голы уже нужны. Чикаго Буллс, и здесь очень глупая борьба. Как-то странно проиграли, ну, видимо, я уж совсем решил давить. да. Сейчас давки, не знаю, насколько они уж прям действительно помогают. Мяч лихо отскакивает от игрока у борта, и там, не знаю, не стоит переусердствовать. Прайс, Прайс, что ж ты делаешь-то? Прайс такие голы пропускает. Обалдеть можно. Да, недостойно это, недостойно опорника. Опорника вышки. Но. Что поделать? Ближний угол надо закрывать, ближний угол это все. И такие голы, конечно, не простительны. Зевс, хода, на ход, Конда-Булу и. Опорник Альянса упускает вот этот вот момент. Ладно, ничего страшного, я думаю, пока что. Счет 7-5, 7-5, и все еще комфортное преимущество для... Оу, 7-6, наконда Булл с Зевсом закатывают еще один гол в ворота Альянса. Сколько голов у нас сегодня, а? Сколько у нас сегодня хороших, интересных голов, и сколько раз интрига возвращалась уже в этот матч. Хотя, казалось бы, Альянс уже ее похоронил. Но вот здесь, оу, Гусику не забивает, Прайс грамотно его отталкивает в этом эпизоде. Бул. Чикаго надо отыгрываться. Напомню, Чикаго в случае поражения сегодня лишится всяческих шансов на выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Анаконда. Анаконда идет в ближний угол продавливать. Здесь Гусик очень осторожен. Чикаго нужен гол. Прямо здесь и сейчас. Удар. Удар Зевса. Прайс. Анаконда Бул. Ближний продавить ему не удалось. Мяч скачет очень лихо, туда-сюда, вот здесь вот отскакивает, но здесь уже не отскакивает Чикаго. Зевс пошел в прямой стык с Гусиком, он его проиграл, опорник к этому был не готов. И счет уже 8-6, плюс 2 для Чикаго, команде надо опять забивать. Теперь уже 2. Первые забили, супер, супер. Альянс не понимает, что в обороне делать, они видимо слишком радуются забитым мячам. Потом еще долго приходят после всего этого в себя. 8-7, 8-7 и плюс один Плюс один гол у Альянса. Чикаго, Чикаго нужен гол этот один. Но пока они забивают только когда забивают соперники. А с такой формулой они победить сегодня не смогут. Прайс, Наконда Булл, Чикаго борются за плей-офф. Весь сезон они ради этого играли. Зевс Прайс В борт отдал Так, Прайс Прайс пытается продавить вот эту всю оборону Она дырявая И можно было пользоваться на... Еще раз Анаконда Опаснейший эпизод Не здесь Гол в ближний угол Да Да-да-да-да-да 8-8 8-8 А в случае ничьей... Ну, ладно, давайте сначала матч досмотрим Гусик Пытается обыграть. Кризиэнджел проигрывает борьбу. Зевс идет дальше. Зевс осторожен с мячом. 13 секунд остается. На пустые ворота. Виллиан оттолкал Прайса. Прайс, где твои мозги? Анаконда Бул тоже мог выбить. Но за 4 секунды до конца Альянс сбивает этот гол. Все-таки. Выигрывает, похоже, со счетом 9-8. Огромная ошибка Прайса была в том, что он позволил нападающему Вильяну на себя затолкать. Ничего сложного в том эпизоде не было. Тут элементарный, но вот так вот. вот так вот оно иногда бывает. Давайте вносить этот результат в таблицу и посмотрим, что у нас теперь получается. Вильян, кстати, бан получит сегодня на день. Он знает, почему. Альянс на восьмом месте. Теперь на крепком восьмом месте. 7 побед, 6 поражений, один ничейный результат. Вектор встает на 3 очка, но Вектор еще свой матч не проводил. К сожалению, Чикаго Булс выбивает из борьбы за плей-офф в этой борьбе остается лишь лишь антибас Коалишн, но при условии, что они выиграют два своих матча и Альянс проиграет Сейн Дэвилс, а что там интересно в личном матче было у Альянса и у антибаса, давайте посмотрим, потому что если если, давайте так поставим вопрос, если Альянс Побеждал Антибас в личной встрече, то у Антибаса уже шансов нет никаких на выход в плей-офф. Так что, может, уже вот здесь сейчас все на самом деле у нас с вами закончится. Да, Альянс побеждал в личной встрече антибас Алиша, И, к сожалению, роли на команда... Роли на команда вылетает из борьбы за плей-офф. Ну, в общем-то, роля доигрался. Что уж тут можно рассказать. Да, вот это пограничное состояние антибаса и... Это в итоге под конец чемпионата команда еще больше сбавила, несколько, несколько поражений подряд потерпела. Антибас все, антибас уже не сможет в плей-офф выйти ни в коем случае. То же самое можно сказать и про Чикаго Буллс, тоже они всяческих шансов сегодня лишились. Так что таким образом в гонке за плей-офф, в гонке за восьмой строчкой у нас с вами осталось всего две команды. Это Альянс и Вектор. Альянс и Вектор и... Вектору нужно, конечно, побеждать, во-первых Ну, вот крылья в 14 туре уже здесь Чтобы не полагаться потом на, на судьбу и все такое прочее Если там ДК бы Давайте посмотрим, как Вектор с Альянсом в личном матче сыграли Потому что это все интересно, это все расклады Это все расклады на плей-офф Вектор в личном матче победил Альянс Это хорошая новость для Вектора Потому что в случае равенства очков Вектор будет иметь преимущество. У Альянс в последнем туре матча с СТД, в общем, все будет очень даже интересно. Здесь обе команды, обеим командам надо побеждать, да и только. Да, но не все здесь зависит от Альянса. Я добавлю, добавлю кое-что. Хотя смотрите, друзья, если хотя... Вот еще что. Вот еще что. Да. Да. Если Вектор в этом туре победит, а Soden Strike проиграет. Знаете, и ЛС там тоже не, не совсем в безопасности находится. Все здесь очень-очень интересно. И я смотрю: 6 очков вот Вектор может набрать, да. Это, в общем, никто еще, я вам скажу, в безопасности не находится. Если Вектор победит ЛС, а Soden Strike проиграет в этом туре э, Full Freedom, то. Там еще борьба за плей-офф может получиться более жесточенной, чем мы с вами думали. Ладно, друзья, до свидания. Пока. Сма следите за ЛЧ сейчас. Тут интереснее, чем когда-либо.